Имя народного художника России Вячеслава Клыкова тесно связано с нашим регионом. Родился он 19 октября 1939 года в селе Мармыжи Советского района Курской области в обычной семье. Учился в строительном техникуме. После 2 лет в Курском пединституте уехал в Москву, где продолжил обучаться и прожил до конца своих дней. Недоверие к зрителю – большая ошибка многих художников, так считал Вячеслав. По его мнению, каждый должен раскрывать свое воображение, домысливать то, что хотел показать автор. В скульптуре. А мастеру необходимо не просто изображать физический объем, но и вкладывать в работу энергию, которая передается через его руки. Главное, что вещь должна пульсировать и дышать. Еще до знакомства Владимир Бартенев знал Клыкова по его работам. Вячеслав тогда увлекался творчеством скульпторов Генри Мура и Марина Марини. Из работ этих мастеров он многое перенял и воплотил уже в своих памятниках. Встреча Бартенева с Клыковым состоялась в 1975 году. С тех пор они были близкими друзьями. Я учился у него, я считаю его своим учителем, потому что у него было чему поучиться. И работоспособности, и фантазии его, и мышление о мире, о скульптуре. У него было свое, очень интересное. Поэтому с ним было интересно очень дружить. Он умел дружить, любил земляков. Когда приезжали к нему в мастерскую, несмотря на то, что был он очень занят, он всегда бросал работу, ставил самовар. В этом самоваре он варил пельмени. Мы садились, кушали, разговаривали об искусстве. По словам Бартенева, Клыков научил его по-новому мыслить в искусстве. Совместных работ у них было мало. Одна из знаковых – композиция по случаю обретения иконы Божьей Матери Знамения «Курская коренная». Там 2 охотника, которые нашли икону под деревом. А мне было поручено, Вячеслав Михайлович тогда уже был болен, у него не было времени, и мне поручили сделать 8 рельефов на тему «Курской коренной иконы», ее чудодейственной силе. И когда я их сделал, Вячеслав Михайлович увидел, ему очень понравилось. И потом он считал, что это наша совместная работа. Получилось так, что рельефы не выпадали из общего ансамбля, а они как бы дополняют ту общую композицию. Вячеслав Клыков стал известен в 80-е годы, после того, как оформил Центральный детский музыкальный театр и выполнил фигуру Бога Меркурия у Центра международной торговли в Москве. За свою жизнь Клыков выполнил более 200 скульптур. В Курске и области также есть его работы. Среди них памятник преподобному Серафиму Саровскому, певице Надежде Плевицкой, маршалу Рокоссовскому, Жукову и многим другим. Бронзовую скульптуру еще одного исторического персонажа Александра Невского, работу Вячеслава Клыкова, установили в Первомайском парке в 2000 году к 780-летию со дня рождения князя. В поиске места для размещения памятника активно принимал участие сам автор. Князь никогда не был в нашем городе, однако это не уменьшает его значимости для курян. Известно, что в Знаменском соборе когда-то был престол во имя святого Александра Невского. Одна из последних работ Вячеслава Клыкова – необычный для нашего города памятник – Курская Антоновка. Это яблоко – символ нашей области. Считается, что во времена Екатерины II Курская Антоновка даже доставлялась к царскому двору. Памятник появился в 2008 году рядом с банком и Воскресенско-Ильинским храмом. Эту скульптуру Клыков изготовил из медного листа методом выколотки. Яблоко получилось внушительных размеров. Его высота 2 метра, диаметр 1,5, вес 150 килограммов. Средства, вырученные за этот памятник, скульптор направил на реконструкцию крыши церкви в родных Мармыжах. Память о Вячеславе Клыкове и в самом Курске живет до сих пор. В 2006 году Курским городским собранием было принято решение назвать проспект в продолжение улицы бойцов 9-й дивизии в честь знаменитого скульптора. Здесь 19 октября 2007 года был открыт памятник в его честь. Автором стал сын мастера Андрей. Он изобразил отца в любимой позе после работы. Позади фигуры модель звонницы, которая сейчас стоит на поле под Прохоровкой. Кажется, что мастер присел отдохнуть на несколько минут и вот-вот примется снова за работу. С 2009 года каждое 19 октября в Курске проводятся клыковские чтения в память об известном мастере. Поэтому, дополняя известного скульптора Микеланджело Буонаротти, можно сказать так: не только образ им запечатленный веками будет согревать сердца.